Сейчас размер родительской платы за детский сад составляет 120 рублей в день. В дошкольных учреждениях оздоровительного типа 135 рублей. С 1 января 2015 года эти цифры увеличатся на 10 рублей. Как пояснили в отделе образования, индексация тарифов связана с ростом расходов на присмотр и уход за детьми. С января 2015 года предусмотрено 130-145 рублей в день. Повышение произошло в среднем на 7,5-8% от установленной родительской платы. Если рассматривать процент вот этой родительской платы от общих расходов на присмотр и уход, то это составляет где-то 30-35%. Размер компенсации родительской платы остался прежним. На первого ребенка он составляет 20%, на второго – 50%. Многодетные семьи получают компенсацию в размере 70%. Некоторые родители жалуются, что сумма компенсации поступает на их счет нерегулярно, а может и вообще не поступить. Оказывается, все зависит от того, насколько своевременно родители заплатили за детский сад. Каждый родитель должен заплатить до 25 числа каждого месяца родительскую плату, то есть внести эту родительскую плату. Если родитель внес родительскую плату, до 9 числа следующего месяца ему перечисляется компенсация. Обычно повышение родительской платы происходит один раз в год, в среднем на 10 рублей. С нового года содержание ребенка в детском саду будет обходиться родителям от 2,5 до 3 тысяч рублей в месяц, без учета компенсации.